Брянская областная общественная писательская организация Союза писателей России всецело поддерживает решение нашего президента Владимира Владимировича Путина. В этот нелегкий час мы вместе с нашей многонациональной страной, с нашими солдатами и офицерами, выполняющими свой долг по искоренению нацизма на Украине. 8 лет продолжались издевательства над русскими людьми в Донбассе. Пора положить этому конец. Россия, Беларусь и Украина – это один народ. Так всегда было и так будет. Уверен, наше дело правое, и очень скоро мир восстановится.